На широкой поляне сидели вокруг костра 5 созданий, очень разного вида. Нечто полностью поглотило нашу долину. Вместе с ней оно поглотило всех жителей. Мы остались без дома. Нам негде жить. Наши братья и сестры погибли. Нечто поглощает леса. От этого гибнут растения, животные. Мне становится все хуже и хуже. 5 жителей бесконечной фантазии шли к своей королеве, чтобы спросить совет, так как вся страна была в опасности. Ее поглощало ничто. Королева правила всеми неисчисляемыми странами, размещенными на незнающих границ территории фантазии. Ничто почти добралось и до самой королевы. Жизнь девочки и существование фантазии очень тесно связаны. Если погибнет королева, исчезнет фантазия. Владычица удивительной страны была тяжело больна. Лишь однажды она открыла глаза и произнесла: «Спасти фантазию может только Атрео». «Зачем меня звала королева?» «Атрео, ты должен спасти королеву. Если она умрет, то вся фантазия исчезнет». «Хорошо, я отправлюсь в путешествие со своим верным другом». Их путь лежал в непроходимые болота печали, откуда еще никто не возвращался. Атрео потерял самого близкого друга. Безмолвная ночь навеки останется в болотах печали. Атрео сам чуть не погиб. Он перестал верить в спасение королевы и фантазии. Болото уже цепко схватило его. Да и сам Атрео начал чувствовать, что надежда на лучшее тает с каждым новым шагом. Его несгибаемая сила духа помогла дойти до Морлы. «Морла! Зачем ты разбудил то-то? Меня зовут Атрея! Наша королева умирает! Если она умрет, то фантазия погибнет! Вместе с ней ты тоже!» «Какая разница, что жить, что умирать? Морль все равно!» «Раз тебе все равно, то скажи, как спасти фантазию!» «Чтобы спасти фантазию и королеву, тебе нужно отправиться к Оракулу». «Нет!» «Кто ты? Почему ты меня спасла?» «Меня зовут Удача. Я прислана королевой фантазии, чтобы помочь тебе пересечь фиолетовые горы и бронзовую пустыню и попасть к Оракулу». «Я долго ждала тебя. Сперва ты должен заглянуть в себя». «Зачем я прошел столько испытаний? Зачем мой друг погиб? Зачем мир фантазии уничтожен?» «Это все было для того, чтобы привлечь внимание мальчика, чтобы он пережил все те эмоции и те испытания, которые прошел ты». «Что же, фантазии уже нет?» «Это все, что осталось от фантазии». «Что же мне делать?» «Ты можешь создать фантазию заново,